Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу Pay Up Video. У меня, друзья, очередной вывод. Кликаю выплаты. Все замечательно, все шикарно. Бокс платит, работает. Только у меня было сколько на балансе? 2 с чем-то. Меняла адрес кошелька Tron. И когда меняешь адрес кошелька, замораживается как вывод на 24 часа. И как бы я ждала. Так, история вывода. Не забываем, адрес прописываем как бы заранее. Ставила я на вывод 24.09. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Первый вывод я в Dogecoin'ах выводила. И в этот раз я выводила в тронах. $2.44 оплачено. И мне пришел вывод. Так, вот он. Сейчас. Пришел у меня сегодня 2 плюс 28.91 TRX. Хэш-транзакция. И 26.09. Видим, да? Поступил. Идет сначала на обработку, а потом уже денежка поступает на кошелек. Ну, в принципе, все. Кто не знает, здесь мы зарабатываем на просмотре видео. Короткие видео абсолютно, друзья, без вложения. Можно YouTube нажать или начать зарабатывать, без разницы. Коротенькие видео, и все это просматривается быстро. В день доступно 200 видео. Ну, 200 видео я не просматриваю. Смотрю, пока не надоест. Вот. Загружается. Для тех, кто не знает. Если можно пропустить видео. Жмем. Отключаю звук. Вот здесь таймер идет. Иногда капча появляется. Все идет зачет. И вот таким вот образом просматриваем видео. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Но не интересно, друзья, пройдите мимо. Бокс работает, платит. В общем, все замечательно. До новых встреч.